Я приехал в аэропорт, Большой Савино, Пермь. Все, сейчас будем идти на регистрацию. И будем улетать в Симферополь, в Крым. Такой у нас красивый аэропорт, новенький, наверное, пару лет ему. Совсем недавно построили, обновили, буквально 5-6 лет назад летал. Аэропорт был совсем другой, старенький. Ну, в общем, ладно, пойдем регистрироваться. Так, дошли мы до стойки регистрации, сейчас зарегистрируемся и будем ожидать самолет. Итак, вот получили посадочные талончики. И ищем, вот он наш рейс S374, вылет 19.55. Сижу, заряжаюсь витаминчиками. Прошел регистрацию, проверили сумки, вещи. Все, идем, ждем самолет. Международный аэропорт Домодедово. Время пути составит 1:50. Я желаю вам хорошего рейса. Всего доброго. До свидания. Удачно приземлились. Ну все, сейчас будем ждать следующий самолет. Ну вот и добрались до регистрации. Ну все, идем. Наверное, уже регистрация началась. Очень много народу. Москва, аэропорт. Черненький, тут и ОМОН проходил, и собакой кинологи. Так, нашел где регистрироваться. Очередь намного больше, чем в Перми. Причем намного больше. Ну что, будем стоять, ждать? Регистрироваться. Оказывается, посадочный талон получать не нужно было, так как я получил уже в Пермском аэропорту. Плохие такие батончики за 120. Три цены. Большой Сникерс 120 рублей, который стоит, по-моему, сколько он сейчас? 55-60 стоит. Хорошая накрутка. Так, я нашел свой сектор, свой выход номер 31.
ну, минут 5, так 10 походил. Что самое интересное, только тут на этот сектор выход. Всего 10 сидений. Очень странно. По сути, людей намного больше. Даже вот приходится некоторым людям стоять. Это будет почти 3 часа, но класс небольшим. Скучно, заняться нечем. Пойду похожу, погуляю. Розетку не нашел нигде. Телефон хотел подзарядить, но неплохо бы камеру подзарядить. Ну ладно, будем искать. Гулять. Да, хочешь гулять. Хожу, брожу. Вот фотик достал. Скучновато. Думаю, может, кого-то красивую модель найду. Фотку, если что. Только что нашел интересную модель. Такую темнокожую латочку. Подошел, спросил, говорит ли по-русски, мы что-то ответили. Я типа американский. Do you speak English? Спросил, ну, говорите по-английски, там тоже что-то так, вроде как нет. Ну, у нас мама, я так понял, была, и мама сказала, ну, нет. Так, ну что, началась посадка на самолет из Симферополя. Сидим в самолете. Только что прилетели в Симферополь. Время 2 часа ночи. Полет отличный был.